Привет! Мы приехали в Белогорский район, чтобы посетить достопримечательность природного характера, Белую скалу Аккаю. Вы видите ее позади меня. Если получится, мы обязательно поднимемся наверх, потому что я видела, что некоторые туда поднимаются. Посмотрим, поехали! Вот такие вот виды снизу этой части скалы. Но дальше нас ждут еще более красивые виды. Сейчас мы приближаемся к одной из пещер, которая находится в Белой скале. Она называется Мишаш. Посмотрим. Ого! Температура сразу меняется, и откуда-то льется вода. Похоже на какой-то большой кинотеатр, не знаю почему. Офигеть! Вода льется здесь. Вау, классно как! Вода вырубила себе такое ложе. Ого! Какие мхи образовались. На какой-то амфитеатр похоже. Вот так вот. В общем, мы нашли дорогу, с помощью которой все-таки можно добраться до того самого красивого вида со скалы. Вот. Песка столько очень много здесь, и поэтому сейчас направляемся, почти доехали. Офигеть! Да, конечно, зачем пешком столько идти? Где-то, может, 3 километра, мне кажется, так и есть. Вот это да! Просто рот открывается и не закрывается. Это вообще просто настолько сносит. Жутко. Подсказка тем, кто поедет сюда на своей машине. Заезд есть. Смотрите внимательнее карты. Пешком столько идти не обязательно. Вот. А то по пути, пока мы сами добирались, увидели огромное количество людей, которые просто пешком идут. Ну, может быть, им хочется прогуляться, тогда тут я бессильна. И мои советы. А сейчас покажу ту сторону, где люди пешком заходят, оставляют свои машины и идут. Там, видимо, нельзя проехать, камни. Здесь уже не такой сильный ветер. Внизу машины. Внизу также люди бродят, ходят. Вот. Вон там, на самом верху, человек пытается зайти в тот самый грот. Кстати, в него можно попасть, но ждем вообще, посмотрим. Человек, который пытался пройти вот прям вот здесь, вот он спускается, а те наверху вроде бы еще идут. В общем, это нужно очень сильно захотеть, чтобы туда добраться.